Дорогие друзья, я приветствую всех на новом обзоре. Друзья, сегодня у нас обзор очень необычных штук. Например, лейс со вкусом базилика, айрон брю со вкусом мороженого, кофе от Starbucks и многое другое. Друзья, погнали! И первое у нас на обзоре — это вот такая серия от Lay's. Друзья, эти чипсы к нам приходят из Таиланда. Это два новых вкуса Lay's. Cheddar Cheese Flavor, то есть это вкус Англии. Вот так вот он выглядит. Почему-то у тайцев Англия ассоциируется с сыром чеддер. У меня почему-то больше Америка, конечно, ну ладно. И второе, это вот такой вот тайский новый вкус со вкусом garlic bread. То есть, по сути, этот вкус отсылка к Италии. Это хлеб с чесноком и сыром. Давайте откроем эти упаковки и попробуем, что же это такое. Первый вкус Англии. Ой, друзья, ну пахнет сыром. А внутри у нас яркие оранжевые чипсы. Ну, как и должно быть. Яркий, но достаточно сильный сырный запах. Такой сливочно-молочный, но достаточно соленый и вкусный. Чем-то похож на сырный соус запах. Давайте попробуем. Кстати, чипсы рифленые. Скажу кратко. Это безумно вкусно. Эти чипсы напомнили мне чипсы Эстерелла с луком. Только здесь как будто версия Эстереллы с сыром. Это безумно классные рифленые чипсы, которые просто наполнены вкусом. Они в меру сладкие, в меру соленые, очень хрустящие. И из-за того, что они рифленые, на них остается очень много вот этой приправы, очень много вкуса. Очень классный, насыщенный вкус. Мне прям понравилось. Интересно, что в Таиланде вот настолько круто делают сырные вкусы. Прям достаточно необычно. Вкус Италии. Garlic bread или чесночный хлеб. На самом деле это достаточно популярное блюдо. Не сказать бы, что его часто делают в Италии. Скорее, это, знаете, такое блюдо, ну, в общем, как у нас суши. То есть в Японии его особо не едят. Ну, так, не так сильно вот эти вот роллы, да, типа делают. Но garlic bread считается типа итальянским блюдом, но оно популярно в Америке. Поэтому это типа итальянское блюдо. Пахнет картошкой, пахнет сыром. Итак, здесь у нас такие же рифленые чипсы, но цвет намного более светлый. Там был прям супер оранжевый. Такой сильный чесночный вкус. Здесь чувствуется огромное количество сыра, но не такого, как в прошлой версии. Как будто какой-то другой сыр. Сыр с чесноком, возможно, с небольшим количеством зелени. Ну и хлебная составляющая чувствуется из-за того, что ты ешь как бы чипсы. Тоже очень хрустящие. Очень много приправы из-за рифленности. Вкусно, но сразу скажу, первый вкус с сыром чеддер мне понравился намного больше. Итак, оценка этим двум вкусам. Лейс с сыром чеддер. Ставлю 8 из 10. Очень классные сырные чипсы. Вот хоть не люблю сырный лейс, правда. Это прям мне очень понравилось. Ну, а с гарлик бредом, честно, хочу поставить поменьше. Пусть это будет 6 из 10. Ну, такой тускловатенький вкус. Хоть достаточно неплохо, скажу так. Пробовали и хуже, поэтому этой шестерку ставлю, этой ставлю восьмерку. А мы идем дальше. Итак, далее у нас лимитированный вкус Iron Brew со вкусом мороженого. И еще и без сахара. Что вообще происходит, я не понимаю. Это Iron Brew Extra, то есть Iron Brew, в котором куча вкуса Iron Brew, без сахара, со вкусом мороженого. Это вот такая летняя версия, которая добралась до нас только сейчас. Поэтому давайте откроем и попробуем. Оу да, друзья. That's what I'm talking about. Ну, пахнет Iron Brew. На самом деле, вот многие люди говорят, что Iron Brew похож на колокольчик газировку, знаете, такой, или на дюшес, или, в общем, на какой-то русский лимонад. В целом, это правда. Iron Brew — это газировка, которую придумали в Шотландии, и производят ее там очень долго и давно. И в России у нас также она производилась той же компанией, что и производила Mountain Dew у нас в России. Но Mountain Dew ушел из России, собственно, Iron Brew за ним же также ушел. Поэтому остается довольствоваться вот такими импортными штуками. Собственно, это вкус с мороженым. Ладно, давайте попробуем. За вас. Ну, а где мороженое? Что-то я не вижу мороженого. Либо я давно не пробовал классический Iron Brew, либо я просто не замечаю мороженого, если честно. То есть на вкус это Iron Brew без сахара, возможно, с небольшим послевкусием сливочности, кремовости какой-то, но его здесь, но ее здесь настолько мало, что практически незаметно. Да, ну, в принципе, мне нравится версия без сахара. Кто-то скажет, возможно, тут не хватает сладости. Ну, я бы с ним согласился. Но в целом, если это позиционируется как летний лимитированный вкус, по-моему, супер.
Но действительно, мороженого я здесь не нашел. Что ж, этому Iron Brew Extra с мороженым я поставлю, пусть это будет 6 из 10, но как-то мне не хватило мороженого и немножко не хватило сладости. Возможно, можно было выбрать другой сахарозаменитель, если нужно было сделать эту газировку без сахара. Ну, а пока 6 из 10. Идем дальше. Следующий продукт – это палочки Поки, которые называются Пехой или Пиджой, не знаю, как правильно, от бренда Глика. Данный вкус – это, вероятно, весенний вкус. И здесь в составе цветок апельсина и маракуйя. Да уж, вот такая необычная штучка. Это Поки из серии тех, которые не покрыты шоколадом снаружи, а где начинка находится внутри. Очень красивая, милая, нежная, матовая коробка. Очень такая весенняя. Ну, мне так показалось. Давайте откроем, посмотрим, попробуем. Может, это, кстати, летняя. Удобно открывается. А внутри вот такая бирюзовая упаковка. Берем нашу тарелку и открываем одну из упаковок, чтобы посмотреть, что нас ждет внутри. Такие палочки, похожие на нашу соломку к чаю. Помните такую соломку к чаю? О-о-о-о. Выглядят они следующим образом. Это просто хлебная палочка. Опять же, да, говорю, как соломка к чаю. И здесь, на разрезе, можно увидеть, что это некие трубочки, внутри которых находится начинка. Вот здесь вот. Давайте попробуем, посмотрим, что это такое и много ли там начинки. Скажу так, здесь действительно присутствует цветочный аромат. Очень необычно, давайте попробуем. Парфюмированный какой-то вот ботанический аромат, правда, действительно, как будто здесь есть цветы. Не сказать бы, знаете, что такой какой-то классический сладкий вкус, что-то понятное. Скорее, это что-то чем-то похожее на... Как будто это должно быть в мыле или в каком-нибудь ароматизаторе для помещения, возможно. Что-то такое приятный, природный такой и ненавязчивый аромат. А, вот на что похож. Похож на какой-то холодный чай. Как будто это холодный апельсиново-маракуевый чай. Круто. Я такого точно никогда не пробовал. Это именно, знаете... Такая штука, которую, не знаю, вот как будто только могли в Китае ее придумать. Превалирует здесь вкус цветка апельсина, дополняется небольшой кислинкой маракуйи. Ну, практически здесь ее, можно сказать, и нет. Очень вкусно, очень цветочно, очень свежо. Я вот прям ем и чувствую какое-то вот лето или весну. Теплое время года, в общем, освежающее. Данным палочкам с цветком апельсина и маракуйи я поставлю оценку 8 из 10. Это классный продукт, который напомнил мне о теплых временах. И следующий продукт, а точнее напиток, это гавайский пунш из США со вкусом Fruit Juicy Red. Интересный факт. Данный напиток Hawaiian Punch изначально был топпингом для мороженого. То есть это был сироп, который вот так вот лили на ванильное мороженое. И ванильному мороженому придавался вот такой вот вкус тропических фруктов. Что же это такое? Сейчас расскажу. В общем, Hawaiian Punch — это очень известный американский бренд напитков, которые делают такие соки со вкусом каких-то тропических фруктов. В данном случае у меня самый классический оригинальный вкус Fruit Juicy Red. Именно с этого вкуса начался этот бренд, именно он производился, собственно, этой компанией одним из первых. Сейчас этот напиток производится брендом Dr. Pepper. Да, не скажешь, да, что это Dr. Pepper, но это Dr. Pepper. Давайте открывать и пробовать. Ну, то есть тут у нас нарисован этот чел-серфер такой, да, это отсылка на винтажную упаковку данного бренда, потому что этот пацанчик у них всегда был везде, был изображен всегда по-разному, но всегда у него была какая-то такая странная прическа. Это не газированный напиток, говорю сразу, ну, в принципе, сейчас это увидите. И он имеет безумно яркий красный цвет. В аромате чувствуется, знаете, такая вишня. Ну вот не знаю, может быть, из-за того, что он красный, мне сразу кажется, что это вишня, но, в общем, этот аромат содержит в себе кучу тропических фруктов. Это гуава, вишня, ананас, там, манго, всякие, короче, все тропические фрукты, которые вы можете себе представить. Да, кстати, этот напиток безумно популярен на американских тусовках, потому что его очень часто смешивают с алкогольными напитками. Получаются вот такие необычные вкусные коктейли сладкие. Ну, а мы попробуем, так сказать, друзья, за ваше здоровье, гавайский пунш Fruit Juicy Red. За вас. В этом пунше содержится фрукт, содержится сок яблока, ананаса, маракуйи и апельсина, а также абрикоса, папайи и гуавы. Вот такой вот состав. В принципе, все даже написано на упаковке. По сути, это такой вот плюс-минус натуральный напиток, в котором содержатся соки этих фруктов. Прикольно. Короче, скажу так, вкус настолько насыщенный, что как будто он должен быть в жвачке, нежели чем в напитке. Но это очень вкусно. Вот честно скажу, очень классно. Я фанат американских напитков, потому что они
просто очень насыщенные, очень яркие, очень вкусные, очень классные. И, собственно, ну вот Fruit Punch — это прям имба. Гавайский пунш получает от меня 9 из 10. Это классика, это топ, это нужно пробовать. А мы идем дальше. Следующий продукт — это конфеты Гоп-Стоппер. А многие из вас могут знать эти конфеты по кроссовкам компании Mischief, которые недавно вышли в свет. Это кроссовки, которые имеют множество слоев. И они вот так же называются, только они называются Гоп-Стоппер, эти Гоп-Стоппер. Собственно, вот такие конфеты, такая яркая упаковка. Раньше эти конфеты производились брендом Вонка. Ну а сейчас, по-моему, их производит Феррара. Короче, это очень популярные конфеты, которые часто фигурируют в поп-культуре. И в целом, в общем, эти штуки называются джо-брейкеры. Открываются они вот таким вот образом. То есть их нужно открывать сверху, чтобы потом... У нас редкий попался! Собственно, две аномальные нам попались, зеленая и красная. Это конфеты, которые состоят из множества слоев. То есть там в конфете внутри сначала один слой, потом второй, потом следующий, потом третий, потом четвертый. Короче, долго очень их можно есть, грызть и так далее. Эти конфеты очень твердые, их нужно, непонятно, то ли грызть, то ли рассасывать, то ли еще что, непонятно. Поэтому это вот такие конфеты. Многослойная конфета. Давайте попробуем. Ну, вот опять же, сгрызть ее невозможно. Вот смотрите, была фиолетовая у меня во рту конфета, стала розовая. Представляете? Друзья, магия. Мы вот тут вот приложим фотку, как эти конфеты выглядят в разрезе. Вот так вот, следующим образом. Видите, множество разных слоев. Собственно, в этом заключается суть данной конфеты. Ты ее ешь, слои меняются, цвета меняются. Ну, в общем, такая конфета-сменка, конфета-переменка. Этим непонятным скитлзоподобным леденцам Гоп-Стомперс, Джо-Брейкерс и прочие непонятные слова я поставлю оценку 4. Это что-то непонятное, что-то странное. И, короче, зачем это существует, я не знаю. Ну, а мы идем дальше. Итак, следующий продукт. Это батончик Lucky Charms Treats. Друзья, это легендарная штука. Расскажу небольшую историю. Что же такое Treats? Treats — это рецепт, который был придуман технологом на фабрике хлопьев Rice Krispies. Этот человек-технолог, он придумал новый рецепт. Как же можно использовать хлопья, чтобы что-то из них приготовить? И вот он придумал, что можно из маршмеллоу, сливочного масла и хлопьев приготовить батончик, чтобы, ну, популяризировать свои хлопья. Он выпустил этот рецепт, и они печатали его на упаковке прям самих хлопьев Rice Krispies. И в один момент Rice Krispies Treats, вот эти вот батончики и их рецепт, стали популярнее, чем сами хлопья. И их покупали для того, чтобы приготовить эти батончики. Вот такая интересная история. Благодаря одному человеку данный рецепт стал популярен. И его начали готовить с другими хлопьями также. У меня в руках батончик Lucky Charms Treats. То есть это тот же рецепт, только сделанный с другими хлопьями. Если вы не знаете, что такое Lucky Charms, друзья, это самые популярные американские хлопья, которые только существуют. Это хлопья, внутри которых находятся сушеные маршмеллоу, сухие. Рецепт этого батончика очень прост. В кастрюле смешивают сливочное масло и маршмеллоу. Затем добавляют туда вот эти вот хлопья Lucky Charms. Все это перемешивают, выкладывают на поддон и потом вот так вот разрезают. Собственно, вот такой разрезанный батончик у меня в руках, сделанный из хлопьев Lucky Charms. Пахнет он очень ярко такими медово-сладкими хлопьями, смешанным с маршмеллоу. Вот прям очень сильно пахнет свежим маршмеллоу. Такой сильный ванильный запах, смешанный с хлопьями. Ну, кстати, на дне тут у нас белый шоколад. Собственно, в разрезе ничего больше мы не увидим. Это те же самые хлопья. Поэтому, что, давайте пробовать. Оно. Это оно. Забавно, но по текстуре чем-то это мне напоминает чак-чак. Ну, то есть, такие же какие-то вот, типа из теста, слэш, из риса, из какого-то, каких-то зерновых культур, непонятные фрагменты сверху находятся. И все это укутано каким-то вот таким компонентом. Тут это маршмеллоу, в чак-чаке это мед, по-моему. Вот, собственно, это что-то похожее, типа, знаете, такой батончик по типу чак-чака или что-то такое. Во вкусе чувствуется очень ярко ванильный вкус. Вот этот батончик на вкус как ванильное сладкое мороженое. Ну, и также... Что тут чувствуется? Ну, собственно, чувствуются хлопья, чувствуется сладость от ванили, чувствуется маршмеллоу и чувствуются вот эти вот сушеные маршмеллоу, которые присутствуют в самих хлопьях. Данному батончику Lucky Charms я поставлю оценку 10 из 10. Это очень вкусно, друзья, ну,
Если не попробуете, то никогда не узнаете. А мы идем дальше. Знали ли вы, какие Орео производят в Китае? Нет? Смотрите, это Орео со вкусом капкейка, друзья. Вот так вот. Орео со вкусом капкейка. Давайте откроем, попробуем, поймем, что же это такое и какие Орео делают в Китае. Эх, примерно я уже знаю, что будет внутри. Внутри будет две небольшие упаковки. Раз и два. Как я угадал? Открываем, а внутри нас ждут печеньки. Раз, два, три, четыре, пять штучек. Итого получается в одной упаковке 10 печенек. Итак, что мы имеем? Печенье Орео. Давайте посмотрим, какой же внутри крем. Кстати, до меня потихоньку начинает добираться аромат. Внутри находится посыпка, как, знаете, вот украшение для тортиков. Пахнет ванилью, пахнет сладостью, пахнет кремом. И пахнет тортиком. Окей. Почему-то больше мне кажется, что это вкус birthday cake, нежели это вкус какого-то капкейка. Но давайте пробовать. Наверное, может быть, я буду прав, может, нет. Вот я думал, что вот эти вот, вот эта посыпка, она просто так для цвета. Но она чувствует, она прям чувствуется, и она хрустит на зубах. Так же, как если бы вы ели посыпку прям настоящую. Да, это прикольная идея. Я помню, в России у нас просто были Oreo Birthday Cake. И там такого не было. Там был просто вкус ванили. Точнее, там был вкус карамели. А вот здесь вкус какого-то ванильного тортика. Еще и с посыпкой. Oreo Cupcake из Китая. Ставлю им оценку 6 из 10. Честно, не сильно удивили, но вкусные. И мне понравилось. Хороший, да, такой полноценный ответ. Собственно, да, вот такое у меня про них мнение. Все просто, а мы идем дальше. Следующий продукт нашего выпуска. Это кофе от Starbucks. Вот в такой металлической банке. Вижу такое впервые, помню, раньше у нас продавались в стеклянной банке, помните такие? Помните. Но вот такое я вижу впервые. Тут написано Daily Brew, то есть каждый день такой кофе варят, спасибо за информацию. Меньше в нем сахара находится, принято. Кофе с молоком и ванильным вкусом. Написано Enjoy Cold, Shake Gently. В общем, нужно пить холодным и немножко потрясти. Сделано из 100% арабики. Молоко присутствует, немножко ванильного вкуса присутствует и меньше сахара тоже присутствует. Сказали потрясти. Друзья, представьте, что вы находитесь сейчас в Старбаксе. Представили? Итак, что же мы видим? Ну, кофе, ну, прям латте, ну, прям капучино. Аромат. Пахнет кофе с ванильно-миндальным сиропом. Сладкий, но в меру. Сверху образовалась пенка даже. Блин, круто. Я просто обожаю кофе, честно скажу. И то, что вот такую штуку вы можете купить в банке, это что-то с чем-то. По вкусу похоже на кофе из очень хорошего кофейного автомата, аппарата, из какой-то капсулы, сделанной с натуральным молоком. Очень классный привкус ванили здесь присутствует, как будто налили вот этого старбаксовского ванильного сиропа. Но это неплохо, это вкусно. Это вкусно, вы знаете, у меня есть желание допить это. Прям есть ощущение, что это прям натуральный кофе, действительно хороший, настоящий, только в банке. Нет ощущения того, что какое-то искусственное, что-то там непонятное. Прям вот реально просто кофе да кофе. Любителям Старбакса это просто отлично. Просто зайдет на ура. Вкусно, реально. Отличная штука, чтобы начать, так сказать, свой день. Вот такой кафанчик запить с утра и будет просто... Супер. Кофе Starbucks, друзья, я поставлю оценку 9 из 10. Это было очень вкусно, неожиданно, очень похоже на настоящее кофе, поэтому, ну, 9 из 10 заслуженно получает. И мы идем дальше. И последний продукт нашего выпуска – это чипсы Lay's со вкусом сладкого базилика. Да, прям так и написано – Sweet Basil. Я когда увидел, я удивился, потому что хочу показать это вам. Друзья, эти чипсы к нам приехали из Таиланда, Lay's. Почему-то в Таиланде называются Lay's Rock. В общем, это рифленые картофельные чипсы со вкусом сладкого базилика. Еще тут так вот предательски нарисован перец красный. Вот знаете, такой хитрый. Как бы нам намекает, что может быть я острая такая упаковочка. Ну, давайте попробуем. Вот эти чипсы пахнут как песто. Или как какая-то паста с песто. Есть полное ощущение, что это супер итальянский запах сейчас из упаковки. Но не свежего базилика, а вот такого
томатно-базиликового соуса. По-прежнему те же самые рифленые чипсы. Давайте попробуем. Ну да, немножко припекают. Почему пишут сладкий, а делают острым? Так нельзя делать. И вот смотрите, нигде не написано, что это острые. Я на них обиделся немножко, они такие острые. В общем, что чувствуется? Давайте кратко так пройдемся, я вам все объясню. Первое, что вы чувствуете, острый перец чили. Дальше вы чувствуете послевкусие каких-то томатов, смешанный с базиликом, как будто это какой-то итальянский соус для пасты. Собственно, ну и картофель, соль и сладкую какую-то составляющую. Как бы это вкусные чипсы, но надо было писать, что это spicy basil, а не sweet basil. Еще на чипсах здесь находятся какие-то маленькие вот такие листочки. Возможно, это краски есть сушеный базилик. Возможно. Но мы не знаем, в составе об этом не сказано. Здесь лишь сказано, что присутствует, например, луковый порошок. Или специи. Просто специи вот написано. Ну, то есть, как бы, конкретно, что это базилик, не сказано. Этим хитрым тайским чипсом, которые скрыли за собой остроту за названием «Sweet», я поставлю оценку 7 из 10. Ни туда, ни сюда. Немножко обманули со остротой, что в целом не очень приятно. Но сами-то чипсы все вкусные. Поэтому, друзья, я посоветую их попробовать достаточно неплохо. И когда вы еще попробуете чипсы с базиликом.